Минтруд назвал число оказавшихся за чертой бедности россиян, внимание, дамы и господа, 20 миллионов человек или 13% населения. Ух ты, а неплохо мы с колен встали за годы правления Владимира Владимировича. Вы вдумайтесь в эту цифру. 20 миллионов нищих в России, это мы сейчас говорим лишь о тех, кто находится за чертой. А сколько людей оказалось на грани? Ну, давайте с конкретными примерами. Что такое вот эта вот пресловутая грань, за которой их начинается нищета? Это МРОТ. Или прожиточный минимум в цифрах 12 тысяч рублей. То есть, если доход человека ниже данного показателя, 11 900, например, такой человек считается бедным. Если же ваш заработок составляет 12 001 рубль, все, вы вполне себе самодостаточный гражданин. Классная математика, верно? Разница всего лишь в 100 рублей, как круто меняет статус человека. Кстати, что можно купить на 100 рублей? Банку тушенки. Шикардос, подобьем бабки. Бедный от небедного в РФ отличается на одну банку тушенки. Но не это печально. Печально то, что когда мы до кучи еще и всех вот этих вот самодостаточных с лишней банкой тушенки пересчитаем и добавим в статистику Минтруда, ой... А мы ведь получим уже не 13%, все 40%. Как тебе такое, Илон Маск? Почти половина россиян пребывает в беспросветной нищете. За окном 21 век. Мы самая богатая страна на планете в плане природных ресурсов. У нас самые огромные территории. Мы омываемся самым большим количеством морей и океанов. Бог нам дал возможность жить наряднее всех на свете, а у нас половина населения в глубокой аднице, круть. Впрочем, и остальные-то недалеко ушли, от зарплаты до зарплаты перебиваются, ага. Зато деды воевали. Начинаем! Лавров, слушайте, в очередной раз насмешил. Мы, сказал, наверное, прекратим общение с Евросоюзом. Негодяи они потому, что не любят нас шибко, а посему вот вам фига и бойкот. России пора перестать оглядываться на мнение и оценки, читаю дословно, Евросоюза. Если же в ЕС не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Россией, то, вот по его словам, Москва, внимание, будет вынуждена прекратить общение с Брюсселем. Слова главы дипведомства были связаны с одобрением стран ЕС предложений Франции и Германии о введении санкций против России из-за случая с Алексеем Навальным. Знаете, у меня есть любимая поговорка: он наполовину идиот, и это лучшая его половина. К чему я? Так просто вспомнилось, никого не хотел оскорбить. Что до Лаврова и позиции нашего государства в существующих реалиях, а я так понимаю, министр позицию государства озвучил. Ребят, мне одному кажется, что это глупость несусветная. Так дети себя ведут в песочнице, я обиделся. Ну, несерьезные политики и не в такой ситуации, в которой мы все дружно оказались, повторюсь. Что за ситуация, спрашиваете? Слушайте, а экономический кризис ведь никто не отменял. Нас просто постоянно от этой темы уводят в сторону, а на деле-то... В бюджете России дыра минус 5 триллионов, треть доходной части – это много. Хотя нет, это не дыра, дырища. И судя по тенденциям на нефтяном рынке, будет только хуже. Очень скоро мы с вами он и ощутим. Не забываем о коронавирусе, который тоже шарашит по экономике. По малому и среднему бизнесу, по обычным гражданам или физическим лицам. А ведь страна существует до тех пор, пока у нее есть экономика. Нет экономики. Нет страны, остаются лишь земли, населенные дикарями. Блин, да при таком раскладе как раз объединяться нужно с другими государствами, с Евросоюзом в том числе. Нужно вырабатывать совместную стратегию по выходу из кризиса, находить общие точки соприкосновения, то есть, грубо говоря, сейчас все политические амбиции неплохо было бы засунуть в одно место и начать решать проблему. Европа, кстати, этим и занимается, а мы снова на публику. Работаем, понты колочим, да железный занавес повесим в натуре, да. Это что такое, я хочу спросить? Мы трусов собственных шить не можем. Знаете, мне кажется, что ребята там заигрались.
они уже просто не отражают действительности, плачевной действительности, а самое обидное, что играют они в очередной раз на наши с вами бабки, которые в конце концов будут проиграны, впрочем, им-то чего? Этим господам и кризис не кризис, даже если в бюджете образуются две дыры. Ребятишки от черной икорки и лобстеров не откажутся, а вот тебе, дорогой мой россиянин, по башке прилетит. Те, кто работают в коммерческих структурах, уже ощутили всю прелесть коронавирусного и нефтяного кризисов. Следующие на очереди бюджетники и пенсионеры. Ваша сказка заканчивается. Ждите повторения 90-х, когда месяцами не платили деньги. Хотите, забьемся. Это реальная журналистика. Из полей доносится печаль. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А ведь умные люди все это предвидели еще бог знает когда. 9 октября Борису Немцову исполнился бы 61 год. К сожалению, 5 лет назад политика не стала. Расследование убийства, как всегда, в нашей стране закончилось ничем. Но предлагаю все-таки Бориса Ефимовича помянуть добрым словом. А заодно хочу показать вам одно интервью политика, вместе с вами его проанализировать. Кстати, интервью это оппозиционер давал моим коллегам еще в 2008-м, но в нем одни сплошные предсказания, которые, кстати, сбылись. Нет, никакого отношения к сверхъестественному оно не имеет, это просто анализ, сделанный не глупым человеком. В общем, сами все смотрите и все поймете. Россия не Америка, и поведение Путина, как будто он в Белом доме сидит, вот это, на мой взгляд, огромная ошибка. Теперь, к чему эта ошибка приведет? Первое. Гонка вооружений. Сейчас Россия тратит на оружие 40 миллиардов долларов. Это около 20% бюджета. Ну, Россия будет тратить, допустим, в два раза больше. Деньги придется брать у кого? У пенсионеров, у учителей, врачей. Напомню, человек об этом говорил 12 лет назад, спустя 4 года после того, как данная запись была сделана, заморозили накопительную часть пенсии россиян, а еще через 6 лет мы услышали знаменитое «прошу отнестись к этому с пониманием», и многие из нас дружно осознали, пенсии в будущем нам не видать. Про бюджетников чуть выше говорил, подождите с полгодика, вас тоже кинут. Ой, а куда же пошли вот эти вот сэкономленные деньги? Господин Немцов, ваш выход. Путин будет строить танки и ракеты, это очевидно. Больше скажу, в этом году, в день рождения великого кормчего, все без исключения российские СМИ пестрили заголовками об успешных испытаниях ракеты «Циркон». Подарок такой деду сделали военные. Коллекцию любимых игрушек пополнили. Блин, человеку 68 лет, а он всю войнушку играет. Не удивлюсь, что скоро потешные полки вновь начнут учреждать. Дальше поехали. И 25 миллионов человек живут меньше, чем на 2 доллара в день. 25 миллионов. Ну а с этого мы как раз сегодня начали. Про 20 миллионов россиян, находящихся за чертой бедности. Браво, маэстро! Второе. Международная изоляция, то есть исключение России из Большой Восьмерки, большие проблемы между Евросоюзом и Россией, очень большие проблемы между Евросоюзом и Россией, я уверен в этом. И сколько бы Берлускони не любил Путина вместе с Саркози на пару, да, все равно есть общественное мнение, которое, ну, очевидно, они должны учитывать, в противном случае их просто избирать никуда уже не будут. Поэтому, очевидно, будут санкции. И об этом тоже чуть выше говорили, а он еще 12 лет назад все озвучил. Кстати, самое смешное. Из-за чего сыр борта? Да опять из-за понтов. Отравили человека, нас попросили, проведите расследование, совершено преступление. Это нормальная практика. Неважно, в отношении кого случилось беззаконие, Навальный там был. Или Иванов, продавец из магазина «Пятерочка», еще раз, совершено преступление. В отношении гражданина России расследуйте. Нет, не будем. Вместо этого развязываем информационную войну. Переругались со всей Европой. Ах, нам результаты анализов не предоставляют. Да у вас тут Навальный двое суток в Омске лежал. Вы могли миллион анализов у него взять. Не просто могли, обязаны были это сделать. Почему не сделали?
А в итоге холодная война и новые санкции. Продолжаем. Бизнес. Очевидно, что Запад будет ограничивать участие русского бизнеса в своих делах. Очевидно совершенно. Вот сейчас он ограничивает «Газпром», чтобы «Газпром» не покупал, например, распределительные сети в Европе, чтобы не мог участвовать в приватизации и так далее и тому подобное. Справедливо считая, что «Газпром» — это не бизнес, а это политика. Справедливо считая, что «Газпром» — это политика. А с этого мгновения они будут считать, что любой русский бизнес — это политика. Да-да-да, а виноваты во всем случившемся, разумеется, какие-то враги. Очевидно, что когда Россия в кольце врагов, то внутри страны будет усиливаться реакция, ксенофобия, то есть ненависть ко всем остальным гражданам планеты. Зачем я снял именно такую программу, а просто хотел наглядно продемонстрировать. В происходящих нынче процессах нет ничего удивительного. Мы к этому шли давно и долго, вернее не мы, правители наши ввели нас в это болото. И самый обычный дядька, не имеющий третьего глаза, ни шаман, ни колдун, ни ведьмак, смог просчитать все с точностью до шага. Впрочем, я отдаю себе отчет, для отбитого наглухо ватника данное видео не станет панацеей. Да он его и смотреть не будет, ну шутка ли. 20 лет психологические эксперименты над людьми в нашей стране проводят. Прозревает, конечно, народ постепенно, это уже неплохо, времени жалко. У нас ведь с вами не просто страну или какие-то материальные блага украли, время. Вот что для человека самое ценное. Все. Это была реальная журналистика, друзья. В очередной раз призываю, подпишитесь на наш второй канал. Мы планируем переехать туда в обозримом будущем, когда 1050 человек подпишется. На данную страничку ведется мощная атака, цензура зашкаливает. Служба поддержки не реагирует на нас и на наши жалобы, нас сознательно топят. За ваши, кстати, деньги на втором канале пока будут выходить анонсы программ, но это тоже интересно. Вот анонс данного выпуска некоторые зрители увидели вчера. Друзья, это несложно. Сделайте два клика мышкой, считайте, что помощи у вас прошу. Все. В соцсетях, кстати, тоже жду. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока!